игра Игоря Литвинова всегда доходила до каждого. Он обладал необыкновенно теплым, мягким и выразительным звуком. А когда он на сцене был, он все погружался абсолютно в музыку. Абсолютно. Он был вне, как говорится, окружения. Он был полностью в музыке. Что такое погружение в музыку? Ты входишь в нее, как в нечто, какую-то реальность абсолютную. Реальность, реальная история. Выдающегося музыканта, заслуженного артиста Республики Саха-Якутия, педагога музыкального училища, концертмейстера симфонического оркестра гостелерадио Якутии Игоря Александровича Литвинова, хорошо известно в республике. Якутские музыканты и композиторы признавали его скрипачом международного класса, который мог украсить любую концертную площадку. Литвинов являлся бесспорным, авторитетнейшим лидером в мире музыки Якутии. С Игорем Александровичем я познакомилась, когда пришла в начале 70-х на работу в хор радиотелевидения. Мне приходилось петь часто с оркестром, и поскольку он был солистом симфонического оркестра под управлением Галины Михайловны Кривошапка и концертмейстером оркестра, поэтому всегда сидел на переднем плане, в первых скрипках. Его руки были... Нельзя сказать, что это руки музыканта. Может быть, скорее даже руки человека, связанного с какими-то физическими работами. Но из-под этих пальчиков вылетали такие волшебные звуки, такая легкость, такая радость. И эпизоды лирические были сыграны так проникновенно, звучат в моей голове, в моей душе они и сейчас. Игорь Литвинов закончил Ростовскую центральную музыкальную школу имени Ипполитова Иванова, являлся выпускником Ленинградской консерватории имени Римского-Корсакова. Музыкант начал свою творческую деятельность в Мурманске, где получил первое признание как солист и педагог. Работал в Куйбышевской и Омской филармониях. Позже, оказавшись в Якутии, с 1970 года был первой скрипкой симфонического оркестра якутского радио и телевидения под руководством Галины Кривошапко. Игра Игоря Литвинова всегда доходила до каждого. Он обладал необыкновенно теплым, мягким и выразительным звуком. Сидит группа скрипачей, их много.
ничего не звучит. Ну, звучит совершенно обыкновенно, неинтересно, просто звучит. И накладывает смычок Игорь Литвинов. Все перерождается. Идет такая волна душевности, красоты, теплоты. Это был человек, конечно, и человек, и музыкант с большой буквы. Он пользовался уважением в оркестре. И его очень высоко ценила Галина Михайловна. Он играл все необычайно тонко, необычайно стильно, но он играл всегда с глубоким проникновением в смысл произведения и пропуская его через себя. Когда он на сцене был, он все погружался абсолютно в музыку. Абсолютно. Он был вне, как говорится, окружения. Он был полностью в музыке. Поэтому это все чувствовалось в его игре на скрипке. Это было все. Когда он играл, это вот у меня лично всегда мурашки. Когда слушаешь его музыку, Кампанелло, вот, допустим, там, ну, неважно. Образы, настолько потрясающие образы встают перед тобой, что да, ты просто идешь за ним. Вот это черта настоящего мастера, настоящего музыканта, когда он может взять и рассказать тебе, показать, повести за собой. И вот это краткое мгновение, это потрясающая сила воздействия была Игоря Александровича. Я его, наверное, знаете, с кем сравню? Из истории музыки, наверное, с Никколо Паганини. Что такое погружение в музыку? Ты входишь в нее, как в нечто, какую-то реальность абсолютную. Реальность, реальная история, вот абсолютно. У меня было один раз такое, один раз в моей жизни было, когда я пел там песню одну, и вдруг я увидел перед глазами, я ощущал прямо кожей дуновение ветра, вот этого дома, там дерево растет и прочее. Это было вот на физическом уровне. Понимаете, я вот это могу представить, что такое, как погружался Игорь Александрович. Действительно, Литвинов как исполнитель удачно выражал экспрессивность музыки композитора. Всегда поражал перевоплощением себя в музыку исполняемого произведения. Так и должно быть у большого музыканта, в игре которого нет ни одной проходной, просто звучащей ноты. Каждый звук был согрет неизъяснимой теплотой, передающейся и принимаемой слушателем. Такова была сила воздействия и очарования музыкой, исполняемой им. Всегда мог как-то и покритиковать, кстати, мог бы сказать так прямо, сказать, вот там ты где-то так не это спела, тебе надо было как-то это прочувствовать более. Я брала все это во внимание, потому что я знала, что это музыкант с хорошим, абсолютным слухом, который всегда скажет именно правильное замечание, правильно направит. И я никогда не просто не обижалась, а просто его благодарила за это, что он как-то мне подсказывал по жизни. На протяжении моей работы до 97 года, пока нас не произошла ликвидация на радиотелевидении, мы с ним часто встречались. Потом я перешла в музыкальное училище преподавать, и он тоже. Вот мы находимся сейчас в его классе, названном именно класс Игоря Александровича Литвинова. Это как бы память ему, его таланту. Игорь Литвинов вел широкую педагогическую работу,
Обладая даром истинного учителя, он взрастил не одно поколение великолепных, выдающихся скрипачей. А выпускников у него действительно было много. За годы работы он работал здесь преподавателем с 80-го года в музыкальном колледже, зав. Отделением с 86-го. И вот за время его работы, да, не такой уж большой на самом деле, он подготовил более 10 скрипачей. У Игоря Александровича было потрясающее качество. Он подтягивал даже средних музыкантов вот до своего уровня. Ученики у него все играли хорошо. Вот в оркестре, радио, телевидение, театра – это в основном все его ученики. Вот здесь преподаватель Ноев – это его ученик, ученица. Поэтому он, я думаю, что он всецело себя погружал в обучение скрипки. И он отдавался, как говорится, всецело, потому что все его ученики играли великолепно. Это о чем говорит? О том, что он, да, он себя посвящал, и он был хороший, классный педагог. Посвящал этому делу и отдавался до конца. Все выдавал своим ученикам, все передавал. Я думаю, наследство он хорошее оставил после себя. Выпускники Литвинова по классу скрипки ныне работают преподавателями в Якутском музыкальном колледже имени Журкова, а также в детских музыкальных школах республики. Одним из преподавателей, пропагандирующий и популяризирующий такой прекрасный инструмент, как скрипка, является отличник культуры Республики Саха-Якутия Ванда Петровна Нестерова, руководитель ансамбля скрипачей Майнской детской музыкальной школы. Она, наверное, единственная, кто действительно несет опыт Игоря Александровича детям, передает действительные знания и умения. Понимаете, вот сколько уже лет я за ней смотрю, как ее дети приезжают, играют, и не устаю поражаться. Как? Все то же самое, вся та же самая школа, но у нее... Играет на таком уровне, что просто диву даешься. Преподавательская деятельность Игоря Литвинова была направлена на комплектование музыкальных школ республики, оркестров оперного театра и национальной телерадиокомпании. Метод его преподавания опирался в основном на великолепный показ, образное словесное пояснение и многое из того, что было в традициях Ленинградской скрипичной школы.
Будучи страстным пропагандистом советской, русской, западной и якутской музыки, Игорь Литвинов успешно преодолевал любые стилевые особенности. Обладая впечатляющей техникой игры, музыкант талантливо воспроизводил концерты Баха, Мендельсона, Хачатуряна, пьесы Чайковского, сонаты Моцарта, Гайдена, Шуберта и Грига. Являясь членом Союза композиторов Якутии, Игорь Александрович считался активным участником становления якутской композиторской школы. Все, что было написано на якутскую тему, было впервые сыграно именно им. Как он играл якутскую музыку. Это нужно представить себе, с какой любовью он брал якутский напев. Кстати сказать, два якутских композитора, Полина Иванова и Захар Константинович Степанов, написали импровизации для соло-скрипки без сопровождения, якутские напевы. Казалось бы, ну что такое? Якутский напев без сопровождения. Но то, что делал Игорь Александрович с напевом той же Полины Ивановой, я не могу вам передать, сколько чувств вызывал этот совсем-совсем незатейливый мотив. Он вкладывал в него столько красок, столько чувств, такие яркие образы. Образы, которые трогали сердце, именно сердце слушателя. И порождали очень много картин эмоциональных, картин душевных. А в целом незабываемое исполнение. Импровизация памяти. Я прошу прощения, Игорь. Даже простенькая, одноголосная мелодия и народный напев превращались под смычком Литвинова в законченное музыкальное произведение глубокого смысла. С таким же глубоким осмыслением музыкант в течение всей своей творческой жизни знакомил якутян с великим классическим наследием. Навсегда вписано в якутскую профессиональную музыку имя Игоря Литвинова, вдохновенного, неповторимого скрипача и замечательного человека. Блестящий скрипач, обладая красивым звуком, в совершенстве владея техническим арсеналом и редким эмоциональным даром, раскрывал сущность скрипичных произведений всех эпох и стилей. Несколько поколений якутян, благодаря живым и радиотелеконцертам, и по сей день наслаждаются виртуозным исполнением музыканта. Сегодня имя Игоря Литвинова по-прежнему на слуху. Его помнят, посвящают концерты, а последователи прилагают всевозможные усилия к пропаганде академических инструментов, классической музыки и расширению рядов музыкальной интеллигенции.
Таких, как Игорь Александрович, ну, в столетие раз родиться, слава Богу. Потому что вот только лишь даже по общению. Понимаете, удивительное, что даже как бы враги, которые вроде бы не враги, все равно уважали и любили. Понимаете? Вот удивительное качество человека и музыканта. Вы знаете, кто-то сказал... Хороший человек – это не профессия. Нет, это больше, чем профессия. И музыкант, вот мое глубочайшее убеждение, должен быть хорошим человеком. Мне кажется, что такой музыкант, который одарил стольких людей своей музыкой, своим необычайным даром, даром большого-большого музыканта и человека останется с нами навсегда.